Лидер известен, победитель нет. Предвыборная кампания в немецкий Бундестаг становится все интереснее. За месяц до голосования Ангела Меркель пытается удержать преимущество, агитируя молодежь в интернете. Ее конкурент Мартин Шульц, оценив креатив, ценит этот креатив, но убежден, что канцлером все равно станет он. Все подробности расскажет Татьяна Лагунова. Приветствую, госпожа федеральный канцлер. Или можно обращаться просто, госпожа Меркель. Это окей? Абсолютно окей. Прямой эфир на интернет-канале YouTube, спрашивают популярные немецкие видеоблогеры, отвечает Ангела Меркель. Чтобы убедить молодежь прийти на выборы, канцлер Германии готова отвечать на самые необычные вопросы. Хочу задать очень личный вопрос. Ваш любимый эмодзи есть такой? Смайли. Я? Смайлик, а когда настроение очень хорошее, то еще с сердечком. Ну а если новости не особо радостные, то хмурая рожица. Хмуриться после выборов Ангеле Меркель вряд ли придется. Последние соцопросы лишний раз подтверждают. Христианские демократы лидируют в парламентской гонке. Они опережают своих главных конкурентов, социал-демократов, на 15%. Впрочем, лидер эсдеков Мартин Шульц уверен, его партия сможет догнать и обогнать ХДС-ХСС. Скажу так, я читаю опросы полностью, и для меня интересны другие данные. 55-60% избирателей считают, что результат гонки еще не определен, и 30% вообще не знают, пойдут ли они на выборы, и если да, то за кого проголосуют. Поэтому нужно бороться дальше. Удастся ли партиям заманить на участки неопределившихся – большой вопрос. Для примера, на прошлых выборах правом голоса не воспользовались 29% избирателей. Несмотря на то, что фавориты гонки определены, скучными немецкие выборы не будут. Вернее, не сами выборы, а процесс формирования правительственной коалиции после них. Ни одна из крупных партий не набирает достаточно голосов, чтобы сформировать ее самостоятельно. И многое будет зависеть от политических сил более мелкого калибра. А уж там возможны самые неожиданные союзы и объединения. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».